Так, наводим телескоп на резкость. Все отлично видно. Бабушка в окошке. Можно наблюдать. Поехали. Телескопы бывают разные. Маленькие, большие, компактные, габаритные. Конечно, чем больше, тем лучше. Но должен быть определенный компромисс в выборе того или иного инструмента. И наш сегодняшний телескоп, о котором мы сегодня хотим рассказать, есть своеобразный такой вот компромисс между габаритами, удобством наблюдения и использования и зеркально-линзовой системы. Перед нами зеркально-линзовый телескоп системы Максутова-Кассегрена Синта МАК-90. Также этот инструмент можно найти на нашем российском рынке под брендом SkyWatcher. Ну, вот два бренда разных, а телескоп фактически один и тот же. Оптика данного телескопа зеркально-линзовая. Это значит, что впереди у нас с вами находится линза, в данном случае мениск, а с этой, с обратной стороны, с задней стороны трубы находится зеркало. Такая система делает трубу достаточно компактной, и инструменты подобного класса не обладают теми недостатками, которые присущи просто линзовым телескопом, либо зеркально-линзовым телескопом. Итак, у нас с вами зеркально-линзовый телескоп системы Максутова-Кассегрена с диаметром объектива 90 мм. Вполне достаточный диаметр объектива для начинающего любителя астрономии. Сама труба установлена на экваториальную монтировку, специальную удобную монтировку для наблюдения за астрономическими объектами. Ну и в свою очередь, монтировка у нас с вами стоит на алюминиевом штативе, который регулируется по высоте. Этот телескоп, вот исходя из своих габаритов, конструкции, однозначно можно рекомендовать начинающим любителям астрономии, но при этом которые хотят компактности и экспедиционности, если так можно сказать. То есть этот телескоп из-за своих небольших в целом размеров всегда легко взять с собой в дорогу или в путешествие. Устройство его стандартное, простое, как и у всех аналогичных телескопов подобного класса. Труба стоит на экваториальной монтировке, она удобна для наблюдения за астрономическими объектами, но перед началом наблюдения ее нужно всегда настроить, то есть установить таким образом, чтобы полярная ось монтировки, вот эта вот ось, смотрела на полярную звезду. Необходимо отбалансировать трубу противовесом, чтобы при любом положении, когда мы открепляем стопорные винты, у нас телескоп находился без движения, то есть куда-то навели, и он у нас с вами не двигается. Мы его отбалансировали. И, соответственно, установить нужно на специальной шкале, вот на этой вот шкале. Перед началом наблюдения нужно установить широту места наблюдения. Это стандартная процедура настройки экваториальной монтировки телескопа, выставить на специальной шкале широту места наблюдения, сориентировать полярную ось на полярную звезду, ну и заранее, конечно, отбалансировать телескоп противовесом. Если вы считаете, что экваториальная монтировка это все-таки для вас очень сложно, а с другой стороны этот телескоп вам приглянулся и запал в душу, то расскажу о небольшой хитрости. Экваториальную монтировку данного инструмента можно легко сделать азимутальной. Для этого мы открепим стопорный винт, который зажимает полярную ось. И полярную ось направим в зенит, то есть установим монтировку на широту 90 градусов, как будто мы находимся на северном полюсе. Как следует, закрутим стопорный винт, вот этот вот. И вот у нас экваториальная монтировка стала азимутальной. Для того, чтобы направить телескоп на какой-либо объект, мы просто открепляем стопорные винты. И вот таким вот легким, простым образом, смотря в искатель, направляем инструмент на то, что хотим наблюдать. У нас здесь в этой азимутальной монтировке два стандартных простых движения. Это движение по азимуту и, соответственно, движение по высоте. Да, такая монтировка, конечно же, не будет отслеживать суточное вращение неба, то есть она не двигает трубу по этим вот дугам, но с другой стороны она гораздо более проста в обращении и не требует никакой сложной настройки. Нам не нужно направлять полярную ось на ось мира, нам нужно только, чтобы труба телескопа была отбалансирована противовесом. Вот такая вот маленькая хитрость. По высоте у нас с вами
Телескоп можно выставить благодаря штативу. Разная может быть высота, можно делать повыше, можно делать пониже. То есть телескоп может пользоваться ребенок, которому вот сейчас может быть достаточно высоко. Если же поставить телескоп пониже, будет удобно. Здесь на штативе находится полочка для аксессуаров, куда вы можете поставить окуляры, светофильтры, фонарик красный для того, чтобы подсветить карты звездного неба. Вот такой вот стандартный алюминиевый штатив с полочкой для аксессуаров. На монтировке имеются два стопорных винта. Для того, чтобы навести телескоп на нужный объект, мы открепляем стопорные винты и наводим его. Чтобы точно прицелиться, у телескопа имеется оптический прицел, это искатель. В данном случае вот это выступает в качестве искателя коллиматорный прицел. Он, соответственно, не имеет никакой кратности, так называемый прицел с красной точкой. Но достаточно удобный и многим очень любителям астрономии нравится. После того, как мы, соответственно, прицелились, мы закрепляем телескоп стопорными винтами, смотрим в окуляр телескопа и при необходимости вот этими ручками микрометрических винтов подводим телескоп таким образом, чтобы объект, который мы наблюдаем в окуляр, находился в центре поля зрения. В комплекте с телескопом идет два окуляра. Вот этот вот побольше окуляр с фокусным расстоянием 25 мм, он нам даст увеличение 50 крат. И тут вот поменьше окуляр с фокусным расстоянием 10 мм, он нам даст увеличение 125 крат. То есть у нас в комплекте два окуляра, два увеличения. Для начала это может быть достаточно, но реально на этом телескопе можно наблюдать с увеличением порядка 160-180 крат, поэтому при желании вы можете купить дополнительный окуляр, который даст вам такое увеличение. Сама труба телескопа очень легкая, компактная, и она обладает очень интересной особенностью. Ее можно снять с монтировки, вот открутив вот эти два стопорных винта. У нас один винтик вылетел, ничего страшного, бывает. И трубу можно установить, вот тут есть у нас с вами отверстие, на любой фотоштатив. То есть, если вы едете куда-то в поездку, на море, либо в поход, вы можете не брать весь телескоп целиком, а можете взять только одну трубу, окуляры, искатель и взять небольшой фотоштатив, на который вы можете разместить трубу от телескопа и проводить свои астрономические наблюдения. Поскольку у нас с вами зеркально-линзовая система, то изображение, которое дает телескоп, оно прямое зеркальное, и, соответственно, вот мы можем использовать этот инструмент как большую подзорную трубу. На что я хотел бы обратить ваше внимание, это на микрометрические ручки, которые вы видите на этом телескопе. Это ручки, которые не входят в базовую комплектацию, но которые мы здесь установили, они продаются отдельно. В отличие от базовых ручек, они значительно более удобны. Я сейчас вам объясню почему. Вот смотрите, базовые ручки. Вот смотрите, базовые ручки. Одна, вторая. Они ставятся вот сюда вот на монтировку и достаточно длинные. И когда мы устанавливаем базовые ручки, то часто при определенных положениях инструмента эти ручки будут друг друга задевать, и это мешает наблюдениям, вернее, мешает наведению телескопа на нужный нас объект. А вот те ручки, которые мы сейчас установили, которые вы можете приобрести отдельно, они достаточно более компактные. Причем, обратите внимание, мы сразу установили на ось по прямому восхождению две ручки, то есть с одной и с другой стороны. Они достаточно более компактные, и когда мы наводим телескоп на нужный нам объект, вот с этими ручками компактными, соответственно, у нас ничто, ничего не мешает. И телескоп очень удобно наводить на то, что мы хотим посмотреть. В комплекте с телескопом также идет диагональное зеркало. Именно с помощью него мы устанавливаем окуляры. Благодаря данному диагональному зеркалу удобно наблюдать объекты, которые расположены высоко над горизонтом. И, соответственно, благодаря этому диагональному зеркалу изображение в телескоп прямое зеркальное, то есть не перевернутое. Его можно использовать как большую подзорную трубу. И также вот на торцевой части трубы телескопа вот можно увидеть ручку. Она предназначена для наводки телескопа на резкость. При желании к трубе телескопа через вот эту вот фокусировочную трубку и специальные кольца можно подсоединить камеру, и вы получите в свое распоряжение большой мощный телеобъектив с очень большим фокусным расстоянием 1250 мм. И тем самым можете фотографировать как далекие земные объекты, так и наиболее яркие небесные объекты, например, Луну и планеты. Вот такой вот он. Синта BK Mark 90.